Привет, это видеоблог PedalZoo. На днях к нам в шоурум пришли ребята из московской группы GlenShake, Женя и Катя. Они решили приобрести и поставить на свои гитары, японский джазмастер и телекастер, бриджи от фирмы Mastery Bridge. Изначально Mastery Bridge стали известны благодаря своим бриджам именно для джазмастеров. Как известно, стоковые фендеровские бриджи для этих гитар обладали рядом неприятных особенностей. Шестая струна, вечно выпадающая из седла, неприятный звенящий призвук, идущий в усилитель, рваный, короткий, неблагозвучный сустейн. А Mastery Bridge все эти проблемы решает, но при этом ни в коем случае не убивает родной характер и звук джазмастера и его фишки. То есть мы по-прежнему можем играть по струнам за бриджем, мы по-прежнему получаем такой стаккатный, звенящий железный звук, то есть все на месте. С телекастерами все, конечно, проще, но там тоже есть свои особенности. Например, с классическим фендеровским трехседельным бриджем практически нереально настроить гитару так, чтобы она равномерно строила по всему грифу. С мастерей такой проблемы нет. Плюс, конкретно в этом случае, уже не было проблем с постоянно рвущимися струнами. Это происходило из-за старых и некачественных сёдел на этом телекастере. Ну и, наконец, в качестве бонуса, установив Mastery Bridge на этот телек, мы получили чуть больше верхушки, такой приятный, блестящий, и более долгий, более ровный сустейн. Установка Mastery Bridge — дело довольно простое. И сейчас мы продемонстрируем вам этот процесс на примере телекастера Женя.